Мельхиоза считается царицей садов, то хризантема считается царицей осени. Но это одна из древнейших культур в мире. Вот, ее так и называют дитя старейшей цивилизации. Выращивалась еще 3000 лет тому назад в странах Японии и в Китае. Вот. Даже китайцы шутят по этому поводу, что хризантем в мире чуть больше, чем китайцев. Вот столько много ее разновидностей. Но относится она к семейству астровых. Насчитывает более 160 видов. Ну, самое главное, что это единственный цветок, который радует нас поздней осенью. А цветет она, хризантема, только в конце осени. Почему? Потому что это цветок короткого дня. То есть ему нужно для цветения, чтобы день был не более 10 часов, световой день не более 10 часов. Если другой цветок должен расти, когда солнышка много, когда это чуть свет просыпается и до ночи светит солнце, то этой хризантеме нужно укороченный день. Вегетационный период проходит во время летнего периода, и она закладывает в это время почки, но цветы она выбрасывает только, к сожалению, осенью. Поэтому многие считают, что ее очень сложно выращивать, потому что ей нужен специальный режим устраивать. Вот многие умудряются, цветоводы, и пытаются какими-то путями ей укорачивать день, этому цветку. Ну, то есть притеняют, утро уменьшают и укорачивают вечером день. И таким образом они добиваются цветения более ранние сроки.